принципе, она прекрасно использует все свои козыри. Вот это высказывание Дементьева мне очень запомнилось, потому что, на мой взгляд, основная задача Дементьевой не дать сыграть Линдсей в свою игру. Вот то, что мы сейчас с вами в этом розыгрыше видели, это то, и у Лены был первый брейкпоинт. Сыграется, если она пойдет, почувствует свою игру и свое превосходство, она будет неудержима. Вот отлично. Вот отлично. И опять в левый угол. Но какая блестящая. Вернее, даже я не знаю. Но, конечно, это не задумано было. Просто Лена какую-то долю секунды на, я не знаю, победы на турнирах Дэвенпорт по итогам года становится первой ракеткой мира. А вот тогда, в 98-м году, юная москвичка Лена Дементьева прошла квалификационный турнир. Представляете, Дэвенпорт тогда выиграла US Open, а Лена боролась, если я не ошибаюсь, да. Проиграла она тогда Кончите Мартинес, проиграла в трех сетах. Через два года, в 2000 году, я пока позволю себе немножко ваше внимание забить цифрами. Нет, не то, Лен, не то. Ох, как неудачно Дэвенпорт. В позапрошлом году, и, по-моему, это был первый турнир, который Дементьева выиграла. Мы очень долго ждали, когда же Дементьева. Далее, в прошлом году на открытом чемпионате Франции опять же в хорошей форме была Дементьева. По ходу турнира она выигрывает у Дэвенпорт 6-1, 6-3. Это уже очень серьезное преимущество на грунте Ролан-Гаррос. Отлично, Лена. И первый финал турнира Большого шлема. Ой, какой прием классный. Ой, какой классный прием. Второй брейк делает Дементьева. Опеку 20-летнюю немецкую теннисистку Анну Лену Грёнфельд. Девочка очень крупного такого телосложения, хорошего спортивного настроя. И опыт, конечно, пригодится. Опыт на Мартина Навратилова. Ну, дважды, ну что ты будешь делать? Ну, а о самой большой проблеме Дементьевой я не хочу говорить, вы все прекрасно знаете. А Дэвенпорт попадает. Попадает с касанием мяча о кромку сеточки. А вот к центру мощными сильными ударами. Здорово, Лена, здорово. Завершение атаки было очень хороша у Дэвенпорт. Очень хороша. 0-30. Это попадание у Лены первым мячом. Это здорово. А мяч в корте. И обратили внимание, Дэвенпорт, то ли она обманулась, что не просчитала и не... Нет, четко положила. Есть у Дэвенпорт такая вот тут черта характера. Нет, это здорово. Конечно, Дементьева. В последнем четвертьфинальном матче уже все полуфиналистки определились к этому моменту. Я сейчас напомню вам итоги коротенько. Вот. Вот, смотрите, полтора шага в сторону. Финальную пару. Ну, а мы продолжаем смотреть. Неплох прием. Это неплохо. А это вот нам дают Дэвенпорт. Но я закончу с Дементьевой. Здорово, Лена, молодец. Нельзя. Вот сейчас нужно... То есть не дать ей играть вообще.
своей подачи, пока не выиграла американская теннисистка. Блестяще. Ничего не скажешь. Еще один гейм на приеме, и Дементьева выигрывает первый сет со счетом 100, ошеломляющий результат. Чуть-чуть в конце у нее подсела подача. 65%. А так, в принципе, она где-то в районе 70, даже в полуфинале. И она здесь наберет больше очков, чем Дэвенпорт. Еще одна конкурентка. Амели Моризмо, третья ракетка мира. У нее третья сумма очков, набранная к сегодняшнему моменту. Удачно, но, во всяком случае, в прошлом году она ничего здесь значительного, как в свой рейтинг, не прибавила. Она в прошлом году в третьем круге проиграла. Сейчас нет, не пойдет Дэвенпорт. Мы это уже... подчеркивала Дементьева, что у Дэвенпорт мощнейшие удары, и говорит, у меня даже таких спарринг-партнеров нет, которые могли... Дважды было в финалах турнира Большого Шлема. В Австралии уступила Серене Вильямс, а на Уимблдоне уступила. Насколько смелей, насколько активней стал, чего она прибавила. Вот за эти два гейма практически ни разу не ошиблась Дэвенпорт. Вернуть рисунок игры, это очень сложно. Вернуть тот безошибочный, мощный, наступательный теннис, вот еще. Нет, поздно. Два отскока. Молодец. Кстати, очень надежно играла на задней линии Дэвенпорт этот розыгрыш, потому что чувствовала, что вот здесь нужно и 40-0, проигрывая 0-40, точнее. Но еще важнее он для Дементьевой. Молодец, Лена, выдержала. Очень тяжело, выигрывая 40-0, а потом соперница сравнивает, не дай бог, еще вышла вперед. Вот тут Дементьева могла. Дальше надо играть. Хороший прием под заднюю линию, несмотря на попытки Дэвенпорт выдержать это направление. 30-15. Геймбольный мяч у Дэвенпорт, напомню, 2-1 и больше. Инициатива потихонечку перехватывается. А вот почему-то под право, ну, естественно, у тех, кто держит ракетку в правой руке. Нет, это Дэвенпорт пробьет, конечно. Но так прощупала, чуть-чуть дернула, как говорится. Сбила немножечко дыхание. Дэвенпорт здорово укороченной сыграла. Коварно. Дементьева ждала от нее какого-то другого хода, а Дэвенпорт и не имеет права на ошибку. 1-3 уступает Дементьева второй сет.
Ну ничего, ничего, корявенько. Опять преимущество у... А, вот почему сбился-то. Вот, это тут извиняться даже не надо, потому что Дэвенпорт... 135 километров, 125 даже километров. Нет, 135, правильно. Опаздывает, опаздывает. Диагональ. Как я почувствовал этот показатель. Вновь ровно. Пятый раз ровно. Боюсь, что этот гейм Дементьевой не вытащить. Она упустила возможность. Брейкпоинт не выдержит. И этот гейм может быть определяющим. Я очень рад буду, если я ошибусь. Очень рад. Раз. Четвертый брейкпоинт у Дэвенпорт. Ну вот, пожалуйста, первая подача и... Вот он, встречи. Брейкпоинт. Не вытащит. Чувствовалось, что не вытащит, хотя, в общем, какие-то надежды я внутри, в душе так... были, теплились. Дементьевой. Вспомните, как Лена хорошо делала. Играла и забирала преимущество в первом сете. На приеме подложим у себя дважды. Пошла к сетке. Опять прием по центру. Абсолютно, абсолютно беззубый прием. И опять подлево. Ну тут прострели отскочившего мяча по восходящему мячу с немножко плоско резанным каким-то ударом. Интересный удар. Интересный удар, а приема опять нет. Ну вот классная комбинация. Неправильно я сказал, побаивается того, что Дэвенпорт все-таки справа удар. Ох, отлично. Это обманный удар с хавком. Дэвенпорт дала двойную на... Плохо подходит к мячу, плохо. Лена плохо подошла к мячу. И тур, я обращаю ваше внимание на шикарный укороченный мяч. Вот так Дэвенпорт при ее внешних данных умеет управлять, тонко чувствуя струнную поверхность, полет мяча и складывая это во все единое целое. Помните, было 5 по итогам первого сета, 5 или 6, я вот боюсь. Отлично. Отлично. Недолго думая, усыпила бдительность. Сомнительный мяч. И опять к сетке рвется Дэвенпорт столько с хорошо подготовленного мяча. Бросив мяч на середину
О, ребята, ну вы даете, такой аут. А где Малина? Где испанец на вышке? Поздно, поздно, поздно. Сетбол. Это не упустит. Дэвенпорт это не упустит. Вот что значит, не выиграла Дементьева. Не сыграла так. Один удар не сыграла так, как нужно. Чуть какую-то маленькую слабинку дала. И Дэвенпорт тут же перехватывает инициативу четвертьфинального матча. Елена Дементьева, Линдси Дэвенпорт. Решающий сет. Дементьева 6-1 выигрывает первую партию. 28 минут затратив на это дело. Со счетом 6-3 второй сет выигрывает американская теннисистка. И мы смотрим, у сета 57%. У Дементьевой 65%. И это радует, это хороший рабочий момент. Вот, вот как бьет Линдси. Вновь на правый угол, на правый. И опять к сетке идет. И опять без зуб. Но здесь наоборот надо, видимо, прокомментировать этот эпизод, потому что Дэвенпорт была на ходу. И она уж очень удачно сыграла. Надежно. Малюбию соперницы не играла, поэтому так. Активно и безнаказанно Дэвенпорт действует сначала. И вновь подача. Какой розыгрыш. Теперь уже Лена с хавкорта создает себе 15-40 на подаче. Впервые в этой встрече зарегистрирован. Такого провала в подаче еще ни разу не было ни у той, ни у другой теннисистки. 30-40. И ровно. Дементьевой. Я никак не могу не согласиться с ней. Действительно отлично. Так что, Лен, давай дальше. На отлично. И это 5 с плюсом. Никак не может обвести. Никак не получается. Вот вторая подача. И Дэвенпорт спокойно на, так знаете... Нельзя пускать Дэвенпорт к сетке. И для этого желательно бы, конечно, разочек сделать хорошую обводку. Неплохо сейчас играла обводящим мячом. Неплохо. О, обтягивается. Неплохо. Неожиданно первый раз по ходу встречи Дэвенпорт. Дементьева, вот оно, боковое вращение и подброс мяча. Как раз все правильно рассчитала Дэвенпорт второго сета. 1-3 Дементьева проигрывает и подает. 5 раз. Счет меньше на ее подаче. И вот мне как-то почувствовалось, знаете, ну тут нетрудно, конечно, догадаться, проигрыш мог привести к плохим. И он, собственно, и привел к тем последствиям, которые выразились в потере второго сета. Вот тот гейм был ключевым, на мой взгляд.
Как хорошо, что все отлегло. А? Как хорошо, что этот гейм сохранил за собой Лена. Не бежит Девин, может быть, неожиданно. Вот тут поинтереснее складывается ситуация для Дементьевой. Да, а зацепиться? Нет, не получилось. Этого матча к окончанию, если выиграет, останется. Если проиграет, то уже теоретически достать. Вернее, ее обойдет Шарапова. Вот она. Вся все-таки имеет геймбольный мяч. Гейм Дементьевой. И подправо. Вот. Сделать столько подарков сопернице и дать ей шанс. И опять ошибка Дементьевой. Вот практически так, извините, но грубо. Девинпорт еще ничего в этом гейме не сделала, а... Ну, может быть, немножко так где-то справедливость-то сущие должны были сложиться в пользу Дементьевой. Ну, будем теперь уже что? Делать скидку на то, что игра... Ну что ж, с одним только промахом отдает гейм. Первый раз повезло. Аут-аут, 15-40, пока не было ни разу. Ну вот, пожалуйста, Вера Семен. А как бы хорошо бы, да? В общем-то, не было таких, скажем, длительных розыгрышей, пробегов каких-то. 30-0. Гейми Девинпорт имела преимущество. То есть 5 розыгрышей подряд Девинпорт. И, по-моему, она имеет преимущество в этом аспекте. Опять подача прошла. 5-4. Мама что-то не в попад сделала. Тоже неплохо, знаете, чуть покороче, подлиннее вот эти телодвижения. Коротко. Вот туда. Здорово, молодец. Такий профессиональный простор со своей вот этой боковой подачей. Конечно, это была загадка для многих. Тоже на приеме второго мяча. Ну, а сейчас почему бы и не рискнуть. И по линии. Ой, как важно было этот розыгрыш довести до ума. Ой, как важно. Вторую подачу. Это по подбросу видно. Девинпорт тоже не железная. Она, между прочим, попалась сейчас. Ну ладно, проехали.
Это уже нервы, это однозначно. Но это уж было бы супер, конечно, со стороны Дементьевой. Вытащить, вытащить розыгрыш. Ошибается Дэвинпорт. Ай да Лена, ай да Лена. Ну, как ей повезло. Ух ты, смотрите, летит ракетка из рук Дэвинпорт. Американка позволила себе бы настроить себя на завершение встречи. Вот так эмоционально Лена воспринимает свой обводящий удар. Но чувствовалось, что будет но. По ходу всей игры, чтобы 0-40 такого не было у кого-либо. 15-40 в редких случаях. А как легко, да? Как так играючи, незатейливо сложился этот розыгрыш. Мини-брейк делает Дементьева. Вот, конечно, это из области фантастики, но хорошо бы отдать сейчас подачу сопернице. Пусть Дэвинпорт на тайбрейке Дементьевой. И все-таки Дэвинпорт ошибается. 4-2. Смена сторон с соперницей. Вот тут какой-то элемент везения. Маму спрашивают, что вот здесь было. Ну, мы не видели, нам не показывают повтор. Дэвинпорт легко расправляется с ошибкой. Давай-ка. Опа. Эйс прорезался. Кстати, это второй раз. И две подряд выигранные. Но тут миллиметры. Дэвинпорт повезло. 4 Дементьева. Две подачи Лены. Ну что ж, очень легко она, конечно, вот эти два последних розыгрыша. Но тут, правда, был эйс. Такой легкий, стоячий на месте вариант продемонстрировала Дэвинпорт. Удобного для себя случая упустит шанс. Как спокойно она играет последние три розыгрыша. Ну, даже четыре. Не говоря уж там про ее эйс, который прорезался очень вовремя. 6-5. Матч-гол. По 6. Вот так бы принимать-то. Вот так почаще бы на приеме поактивнее действовать. И вот сейчас противоход классный получился. Обратный кросс справа. Вот чего не хватало. Откуда это все прорезалось? Ой, элементарный вариант. Но очень эффективный против Дэвинпорт. И мяч. Вот сейчас посмотрите. Она уже шла с замахом под укороченный мяч. Вот в этот момент Дэвинпорт должна быть около мяча. А она засиделась. Так, это уже женский матч. Психология непредсказуемая. А сценарий тем более. 7-5. Матч был у Дементьевой.
7-6, простите, я сам уже весь в матчболе. Держать, держать, держать. Не обращай внимания, держать. Ну, вот тут везение, вот он элемент. Ну, слава богу, что все обошлось. Поздравляем. 8-6 в решающем сете на тайбрейке. Маленький счет тайбрейка. Обратили внимание, мяч пошел по какой-то замысловатой верхней траектории, но задел линию. И это на какую-то долю секунды выбило Дэвенпорт из суперконцентрированного внимания. Хотя, если оно было вообще к этому моменту. Вот последний розыгрыш, правда, с другой камеры. Не видно, как Дэвенпорт на долю секунды потеряет контроль за мячом. А вот теперь можно улыбнуться маме. Кричала на Веру Семеновну. Какие-то там всякие, знаете, было, мол, сиди там, не подсказывай. Вера Семеновна Дементьева. Поздравляем. Дементьева в полуфинале.